Ямал продолжает гореть. По данным МЧС, там действуют 29 очагов пожаров на площади более 2700 гектаров. Их помогают тушить тюменские десантники. Уже две недели со стихией в Северном округе борются 40 сотрудников тюменской авиабазы. Самая сложная ситуация сейчас в Надымском районе и в Таркасале. Тюменцы прокладывают минполосы, проводят профилактические отжиги и тушат огонь. Сложность заключается в том, что рядом с очагами нет водоемов, поэтому работать приходится вручную. Горит и напольщенный покров в тех местах, где воды совсем нет. А это сухие болота, можно вот даже чуть не в кроссовках пройти по такому болоту. Мох сухой абсолютно. И, исходя из этих условий, здесь не было уже полтора месяца дождей вообще. Очень сложно заниматься тушением при большой температуре воздуха, ну и при отсутствии воды.